Всем приветики. Решила еще раз записать эту игру, только единственное, что теперь уже с курсором. Тогда было без курсора, как-то я так не заметил. В этот раз с курсором. Еще такой прикольный кликер. Здесь, в общем, у тебя есть... Даже я не знаю, с чего начать, здесь столько всего. В общем, вот твой основной как бы персонаж. У него есть уровень, ранг есть и герои есть. Герои, собственно, вот они на поле боя сражаются. От уровня зависит количество талантов, которые ты можешь прокачать. Я сначала всю вот эту вот ветку прокачал, потом вот это все прокачал и дальше вот первым делом, ну, сначала вот эту ветку прокачал, потом вот это прокачал и вот это прокачал, потом вот это все прокачал. Ну, то есть сначала я вот это все прокачал, потом вот это прокачал, потом вот это прокачал, а сейчас буду вот это прокачивать, потом прокачаю вот это, и потом уже вот это все буду потихоньку прокачивать. Ну, просто по надобности, что мне больше надо, как бы. Что быстрее исследовалось, быстрее миссия проходилась, быстрее тренировки проходились, больше камней падало, а потом уже все остальное по мелочи. За выполнение достижений тоже бонусы дают к уровням всяким, к параметрам, к золоту. Ну, в общем, разные тут есть штуки. Ну, статистика, сколько ты там в игре и все такое. Задание выполняешь, каждый день задание получаешь награды, и за неделю тоже дают награды. Вот. Вот сами герои на поле боя сражаются. И сейчас я вот прокачал талант, раньше такого не было, чтобы они все использовали свои способности сами. То есть раньше они просто били, а сейчас они еще и способности используют. Плюс вот лидер, выбран лидер и тоже использует свои способности. И у каждого есть свои способности, можно кого-нибудь из них выбрать лидером. И лидером ты можешь управлять как бы. Свитки есть тоже, которые дают какие-то бонусы. Они вот, в общем-то, сверху и написаны всякие бонусы, которые сейчас тебе происходят. Это этап, на котором ты находишься. И вот 320-й, следующий 321-й. И это волны между ними. Потом есть награды дня бесплатные. Амулеты можно собирать. Но предметы я тут не покупаю. А потом что город? В городе тут лавка редкостей. Ты продаешь там всякие свитки. За полученные вот эти вот монетки покупаешь себе улучшения всякие, я пока что золото качаю. Есть рынок эмблем, ты выбиваешь в игре эмблемы, покупаешь себе всякие ящички, в ящиках всякие бонусы. Здесь типа статистика, кто круче. Таверна, в таверне такая девушка стоит прикольная. Артефакты, я вот две штуки собрал. Один собрал, второй сам выпал. Вот. Плюс карты выпадают, и в них всякие бонусы для героев, для стражей, для параметров разных. Вот. Но вот так вот собираются как бы части артефакта, потом падает артефакт. Есть уровень удачи, за него тоже дают всякие бонусы. И от него зависит количество выпадаемых всяких предметов. Вот, ну а получить можно вот таким образом. Продаешь кружки, которые в бою падают. А дальше на эти кружки, ну, меняешь на жетоны, а за жетоны открываешь там карты. И можешь выбить что-нибудь интересное. Ну, мне ничего не выпало. Так, всякие какие-то карты по мелочи для всяких там. Кстати, вот для этого героя выпало, а не было. Я ее, кстати, недавно открыл. Вот. Потом, что у нас еще есть? Библиотека тут. Первое дерево метеоритов исследовал, второе. Потом, когда второе следующее, третье откроется. И здесь как бы вот они все параметры расписаны. Что там где дает. Здесь тоже всякие исследования. Правда, здесь плохо, что не расписано, какие там у тебя идут бонусы. И исследуются за вот эти вот монетки. Монетки получаешь вот здесь вот. Здесь камни престижа. Чем у тебя больше камней престижа, тем больше золота ты получаешь. Периодически делаешь престиж. Камни добавляются, и золото еще больше, сильнее падает.
Лавка алхимика мне недоступна. Зал героев здесь как бы у тебя твои герои. На них выпадает снаряжение сундуков, прокачиваешь его вот здесь вот. Здесь есть описание. Печати силы у меня только для одного есть. То есть сделать свое снаряжение легендарным можно еще круче. Здесь прокачиваются твои стражи. У меня пока что вот он страж висит, и можно стражем вот стрелять. Но я стражем не стреляю, это как-то нудно, долго. А, у меня исследования закончились. Вот можно поставить одно и второе. И реального времени час и 2 часа будет исследоваться. Потом есть карта. На карте вот я все миссии прошел, да, но это осталась миссия с боссом. Как бы таким, ну не боссом, но монстриком таким. Вот они все миссии, которые могут быть. Некоторые еще недоступны. И ранги, типа, постепенно ранги добавляют себе количество миссий, количество отрядов. Ну вот, плюс за это все ты получаешь славу. Плюс процент, и это дает усиление твоих героев. То есть каждой выполненной миссии герой становится сильнее. Ну и все, и воюет так вот. Здесь ты их прокачаешь, все общие параметры, здесь какие-то отдельные, то есть каких-то героев, вот. Ну и этапы, двигаешься по этапам, можно дальше пройти. Но я просто остановил пока что, чтобы они на этом бились, прокачивали золото. А так они идут с первого до того, пока вот я дошел до какого максимально. 331 максимально. Вот, и мои герои уже начинают падать, потому что для них враги слишком сильные стали. Потихоньку начинают падать. Но они там могут дальше пройти. Но для них это будет трудно, и они будут медленнее воевать, потому что умирать будут часто. А чтобы такого не было... Да, они не пройдут дальше. Я просто откатываюсь назад, и они здесь качаются, как бы, вот. Ну, вообще, прикольно так зайти, прокачать их... Не знаю, что-то захожу, прокачиваю, выхожу туда-сюда. Иногда посидишь, пока все полазишь. Кстати, сундуки есть у меня какие-то. Открываешь сундуки. Здесь выпадают какие-то предметы. Нужные, ненужные. Еще один такой сундук есть. Здесь всякие разные. У меня уже сундуки понасобирались. В основном золото всякое падает. Ну, то, что это всякие усиления в бою даются. Сейчас я их всех открою, и будет видно, что у меня, получается, выпало. Те предметы, которые у тебя уже есть... О, получите эпичное, это достижение выполнил. И все основные параметры у меня увеличились на 30. И... Что? И количество золота увеличилось. То есть, ну вот этот предмет у меня есть, повтор, дают камни пустоты. Такого у меня есть, но был зеленый, стал синий. Редкость повышена, то есть параметры стали больше. Этот такой есть, повтор, дают камни. О, редкость повышена. А был вообще, по-моему, зеленый. Так, ну и похоже, что все, да. Теперь сундуков у меня нету, я их все открыл. Идем в инвентарь. И у меня здесь, получается, есть всякие усиления для боя. Там брони больше, страж будет сильнее. Но это все мне не надо. Можно пойти и продать. Тотемы всякие, броню, руны. Вот, а надо сколько? 2000. Ну, надо еще собирать. А вот здесь отдают золото и метеориты, которые можно заработать за 5 минут. Вот они падают такими. Потом за 15 минут. За 30 минут. У меня уже, наверное, есть возможность улучшить параметры, да. Достигните уровня персонажа 90. И в итоге, вот мне дают возможность талант потратить, я его трачу. И уровень стал больше. Плюс параметры тут вот выросли за мои всякие достижения. Вот. Ну а дальше мы забираем то, что можно заработать за 5 минут. Все эти мешочки. Так.
И теперь смотрим, сколько она стала престижа. Было 600. Открываем ящик за час, который можно выбить золото. И у нас становится сколько? 700. Это уже, если сделать престиж, то на 4 золота буду получать больше аж на 4, в 4 раза. Так. И теперь можно прокачаться. Вот прокачались. Идем, смотрим. В 4.30 раза буду больше золота получать. И уже появилась возможность прокачать что-нибудь. Но мне надо 600. Я славу качаю. Вот это вот слава. Процент будет больше, и параметры станут у героев больше. Ну, в общем, такая прикольная игрушка. Играю в нее пока что. Часов 200 уже, наверное, наиграл. Вот. Такие дела. Как-то так. На этом все. Всем покедова.